Всем привет! Мы находимся в магазине Десорт в Самаре. Сегодня у нас новинка. Новинка в подложке. На самом деле действительно крутая, классная в некоторых случаях подложка. И сейчас я про нее расскажу. Значит, подложка это фирма Ecoline. У нас уже от них есть подложки. Это новинка. Из войлока подложка. Ecoline производитель. Значит, в чем крутизна этой подложки? Ну, во-первых, войлок это экология, экологически чистый, нетканный материал. Здесь не используется никаких клеев. Это круто. Для любителей экологии, для любителей своего здоровья прекрасная подложка. Все мы знаем, что войлок теплый, комфортный, хорошо гасит шум. Вот такая же из него получилась подложка, которая теплая, комфортная, хорошо гасит шум. Значит, она не продавливается, ну, она, конечно, продавливается, продавить можно все, но это плотный войлок, то есть это вот так вот пальчиками его просто не сожмешь. Подходит эта подложка для паркета и для ламината, для виниловой плитки нет, не годится. Значит, в чем еще ее фишка? Смотрите, вот видите, зелененькая штучка вот сверху, это пленка. Требование всех производителей ламината паркет, чтобы был слой пароизоляции. Здесь он есть сразу. Причем это вот нахлест дополнительный. Где-то сейчас я здесь видел, можно увидеть. Ага, вот. Видите, здесь вот такая желтенькая полосочка на пленке. Это клейкая лента, вы ее снимаете и две подложки между собой стыкуете. У вас получается вот не как бы единым полотном эта пленка. Вода не протечет. Значит, с учетом того, что подложка экологически, ну, стоит она дешевле пробки, дороже экструдированного пенополистирола, но если учесть, что это два в одном, подложка плюс пленка, цена здесь тоже вполне себе приемлемая. И еще один важный плюс этой подложки, если обычная подложка, грубо говоря, из экструдированного пенополистирола неплохо гасит ударный шум, вот эта подложка немного гасит шум и от соседей, потому что войлок хороший звукоизолятор. Приходите к нам в магазин, делайте покупки.